同学们好，今天是2017年9月13号，我们今天开始新汉语起点第八册第一课。同学们好。老师好。ЕГЭ по китайскому в 2020 году. Такую задачу ставит перед школами страны Минобрнауки. Экзамен обязательным, конечно, не станет, но те, кто выберет его для сдачи, должны будут готовы изящно выводить иероглифы. Учить школьников языку Поднебесной в Иванове планируют на базе Центра китайского языка в Химико-технологическом университете. Для этих целей сюда приехали носители языка. Сначала всегда едят пинин, то есть латинские буквы. Дальше едят слова, иероглифы, как выглядят, как писать. И дальше, когда они уже начали говорить по-китайски, тогда мы уже начнем читать текст, история и культура. Преподавать китайский как иностранный могут не все носители языка. Ютин для этого сдавала специальный экзамен. Теперь в Иванове будет не просто учить школьников языку, но и знакомить с богатой культурой родной для нее страны. В этой группе ребята обучаются уже 4-й год. Каждое занятие длится 1,5 часа. Сначала меня записали родители, и я не знала, что такое китайский язык. Потом мне уже сама понравилось, и я решила сама продолжать ходить. Изучение английского в том, что его проще писать, потому что там буквы, там есть алфавит, а в китайском языке там иероглифы, и там их больше и сложнее. Центр китайского появился на базе университета в 2004-м. До этого года учить язык здесь могли только студенты и взрослые. Центр укомплектован высококлассными преподавателями и необходимой учебной литературой. Мы как бы 4-я организация в России, которая будет готовить по ЕГЭ сознательно и организованно. Мы все вместе дружим. Что касается нас, то у нас есть куратор. Это Институт Конфуция Лингвистического Московского университета, с которым мы непосредственно работаем, поэтому мы знаем всегда, что происходит в стране. В группу подготовки к экзаменам наберут всего 20 человек. Прием заявок закончится 1 октября. Тем ребятам, которые не хотят или не могут посещать уроки лично, предоставят доступ к видеозаписям занятий, а по субботам устроят дополнительные консультации с педагогом. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.